ваши слова были сказаны в наш адрес. И мы сразу хотим не остаться в долгу, чтобы вначале не забыть никого. Поэтому мы тоже хотим выразить глубокую признательность и благодарность тем людям, которые нас поддерживают, которые нас понимают, которые работают вместе с нами в одной узде, с которыми мы идем в руках об руку уже несколько, почти десятков лет. Итак, выражаем глубокую признательность, искреннюю благодарность Липовка Ирине Васильевне за активное участие в культурной жизни нашего центра. Желаем здоровья, новых профессиональных достижений, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Также выражаем глубокую признательность, искреннюю благодарность Рае Наталье Филипповне. За активное участие в культурной жизни нашего